сын компании АОТО. Тоже представляет делать решение. Понравилась вот эта вот стойка. Понимаю, полностью готовая. Состоит из диодов. Шаг, наверное, 2 миллиметра или 3. Вот. Очень качественно сделанная, антивандальная, с двух сторон светит. Достаточно яркая. Первого числа 2014 года. А это просто лайтбокс на самом деле, с обратной стороны подсвечивающийся. Я думал на самом деле, что это экран. Прикольно. Ну и для футбольных стадионов представляют такие вот решения. Тоже также супер мега миллиметровый экран. Сверху тоже крутой экран. Очень вот. Вот если смотреть на этот экран, я вообще не вижу стык, когда это единая панель. Хотя на самом деле, это панель, но, во-первых, еще очень тонкая, но она собирается тоже так же из модулей.